Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джани Дебиязи выбрал 24 футболистов на отборочный сбор национальной команды. Матчи против Мальты и Латвии станут подготовкой к турниру Лиги наций УЕФА. Позднее команде примкнул и форвард Карабаха Рустам Ахмедзаде. Это было связано с травмой нападающего турецкого клуба Бурсаспор Намика Алискерова. Джани Дебиязи делает ставку на комбинированный состав, сочетающий как молодых, так и опытных футболистов. Победа не приходит сама по себе. За нее надо бороться, даже в самых сложных условиях. У нас новый проект. В июне сборной предстоит провести 4 сложных матча, и нам понадобится около 30 футболистов. Нам необходимо единство в таких условиях. После долгого перерыва вернулись в стан национальной команды Эдди Исрафилов и Дмитрий Назаров. Исрафилов продемонстрировал хороший прогресс после прихода в бакинский Нефчи. Назаров стабильно выступает в Германии за клуб «Эксгебир». В предстоящем турнире Лиги наций УЕФА азербайджанская сборная попала в Лигу команд Си, где в одном квартете выступит со Словакией, Белоруссией и победит им противостояние Казахстан-Молдова. Главное – подойти к важным матчам без потерь в составе. У нас балансированная группа. Выделяется тут сборная Словакии. С другими соперниками можно сражаться на равных. Мы ждем предстоящих матчей, плей-офф и выявления нашего последнего соперника. Предстоящий товарищеский матч против Мальты команда Азербайджана проведет в гостях 25 марта, а спустя 4 дня отправится на встречу со сборной Латвии. Эмин Ахмедов, Джавид Гадыров, CBC.